находимся на остановке «Школа» возле 7-й станции Люздорфской дороги. Мы пройдем немножко вперед, чуть-чуть ближе к 6-й станции Люздорфской дороги, к Кастанди. И вот у нас впереди, как видите, стоит много трамваев. И вы, наверное, подумали, что там какое-то ДТП. И вы правы, там действительно ДТП. И мы сейчас на него посмотрим. Как вы понимаете, ДТП происходит не каждый день, поэтому не снять просто грех. А тем более, если я уж тут рядышком. Ну почему бы мне и не снять? Подойду и сниму. А чего нет? Не каждый раз такая возможность-то предоставляется. Снять ДТП. О, класс. Трамвайчик пошел задним ходом. С трамваями на самом деле все окей, ДТП с машиной. А вот уже отсюда можно увидеть это. А вот и ДТП. Ничего себе, как вмазались, однако. Аж стекло вылетело. Жесть. И вот еще. Прямо в столб. Жесть просто. Как видим, сработали здесь подушки безопасности внутри. Так что, скорее всего, никто не пострадал. Будем на это надеяться очень сильно. Что обошлось без жертв. Ну все. Вот такая вот здесь авария произошла. И почему не едут трамваи? Да потому что осколки машины перекрыли линию. Поэтому пока что трамваи в сторону центра города в ближайшее время, видимо, ехать не будут. Вот так. Вот такое ДТП тут произошло. Пару еще, сейчас сделаю пару кадров хороших. Да, тут машину просто в щен разнесло. Такие дела. Что же, ребят, спасибо за просмотр. Гиацинтус Макао был с вами. Всем пока. До новых встреч.